Всем приветы из анапского лета. Коротко и наглядно о погоде в Анапе 29 июля 2018. Как вы уже поняли, мы сегодня на центральном городском пляже. Сейчас около 8:30 утра и температура воздуха около плюс 26 градусов. Понимаете, да, что это утренняя температура воздуха около моря. Днем, конечно же, будет температура выше. И даже уже сейчас, в утренние часы, если мы отойдем от моря, то будет значительно жарче. Сегодня переменная облачность с прояснениями. Во всяком случае, пока что с утра так. Такая погода хороша тем, что не очень жарко. Небольшой шторм, прибой. Вода у берега мутная, и я спросила у плавающих подальше. Они сказали, что на глубине вода тоже не отличается прозрачностью и чистотой. Доброе утро! А там водичка на глубине почище, чем у берега? Нет, такая, такая же мутная, да? Да. Кое-где встречается, в том числе, прибитая к берегу тина. Ну вот, кстати, а я купалась вчера с утра также на центральном пляже, правда, возле причала, и вода была чистая-чистая, прозрачная, теплая, также небольшое волнение, в общем, очень классно, получила большое удовольствие. И вот вчера, значит, после того, как я сходила на море, выложила в Инстаграм фото утреннего пляжа центрального, сказала, какое чистое, кайфовое море. А одна подписчица, отдыхающая сейчас в Джимуте, довольно эмоционально сказала, что где я нашла чистое море, море грязное. И вот теперь я вижу, скорее всего, вот такая ситуация, какая сегодня на центральном пляже, была в Джимуте. Чем ближе мы подходим к причалу, тем жижа плотнее, и уже даже образование у берега. Ну что ж, службы, которые собирают тину на пляжах Анапы, я думаю, готовятся трудовым активным будням, если, конечно, не случится шторм и эту тину естественным путем не унесет в море. Ну а я, пользуясь случаем, опять лечу ножки, да, не забываем, что по некоторым данным это жижа, это скопление тины, водоросль полезно для суставов. Ох-охо, ох-охо, болотце у причала. И запах. Ну надо же, слушайте, какая разница, всего лишь сутки прошли. Вот если бы я вчера снимала погодный репортаж, то у вас бы в памяти отложилась позитивная картинка об этом пляже. Но я пришла сегодня снимать. И вот хочу пройтись по причалу, чтобы показать вам и сама посмотреть, каково море на глубине. И вот как люди выходят из положения, когда у берега море затягивается плотно тиной, идут вглубь причала. И здесь, уж не знаю, насколько это безопасно, взрослые, дети ныряют, купаются. Вот, уже на достаточной глубине видно, что вода, конечно же, чище, чем около берега, но все равно она
мутная, дна не видно, и водоросли. Так что по состоянию на данный момент скажу, что на центральном пляже до причала вода более-менее пригодная для купания. Там и основная масса купающихся. Возле причала и за причалом к речке Анапки плотно прибита тина. Когда я начинала свой путь от Гребенских ворот, я думала, ну еще впереди у меня будет возможность, я измерю температуру воды в море. Но теперь я вижу, что мне придется возвращаться там, где вода почище, потому что здесь мне мои возможности захода в море не позволят дойти до более-менее чистой воды, а измерять температуру жижи, я думаю, нет смысла. Ну что, немного вам утренней гущи событий у Гребенских ворот. Заметила, что на пляже появились ранее запрещенные торговцы с рук кукурузой, раками, пивом. Если кто-то случайно смотрит наш ролик из руководящего состава, из администрации, вот, обращаю внимание, непорядок. Ну вот, я опять вернулась за Гребенские ворота, ближе к аквапарку «Золотой пляж». Здесь, как видите, застойных процессов нет. Несмотря на все те неприятности, которые преподнесло нам сегодня море, температура морской воды продолжает радовать. Плюс 26,3. Будем держать кулачки и очень надеяться, что такая ситуация долго не продержится на анапских пляжах. И что море вскоре будет опять радовать своей чистотой. Ну и, конечно же, желательно, чтобы при этом оно сохраняло и свою температуру в плюс 26 градусов. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Если не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать новые погодные репортажи. Следите вместе с нами за погодой и морем. Я желаю всем отдыхающим сейчас в Анапе, чтобы море побыстрее очистилось от тины. Всем запоминающегося позитивного отдыха. С вами была Наташа. Еще увидимся. Пока.